Здравствуйте, сегодня наша игра Клондайк гостит, как говорится, на Майл. Ну и торговцев тоже надо посмотреть. Мы смотрели во всех соцсетях, а вот на Майл мы еще не ходили. Цены на Майл тоже интересно. Итак, все вырыто. Хорошо. Вера, это у меня самый большой уровень, что у меня есть на Майле. Это 197 торговля. 350 рога за пекарню. Собаку можно купить за 30 тысяч ветра. Так, смотрим. 3000 костей, суперкомплекс. 400 отель. Или же можно еще за 50 тысяч травы. Котики, котики тоже присутствуют. 12 тысяч глины черный и 13 тысяч серый. Есть у нас 200 водокачка. 8000 кондоминимум или 700 костей. О, ботанический на выбор. 60 тысяч червей. 90 травы. Или вот еще что-то есть. Я тоже думаю, что оно... А, это фонтан. 17 тысяч ветра. Опс, кому нужны торговые лавки. 80 тысяч травы. 50 вигвам. Ну, хочу сказать, что разнообразный. Разнообразный. Вот можно даже шоколад купить за рога. Кому чего, кому зачем называется. Каркасы. Ну, в основном, конечно, постройки. Тут много всяких таких изумрудных. Так, а тут я вообще не вижу, что спрятано. Ага, это пекарня тоже. Ну, пекарню, в принципе, можно и за ветер, если что. 20 тысяч. Вот такие вот у нас расценки идут. Ну, 150, это то же самое, как сейчас и в ВК. Получается. В принципе, там различие не такое большое между соцсетями, но оно такие есть. Оно, ну, обратите внимание, если посмотреть на этого торговца, то хозяину не сильно прям вода нужна. За воду у нас есть, конечно, обмены, но не так прям много. И есть, как говорится, разнообразие. А тут что у нас спряталось? Молоко, глина. Ну, так, в принципе, посмотрели все. Вот такие вот цены у нас на mail.ru. И на этом все. До новых встреч.